Так, ребята, ну что, закончился митинг, на который звал Росликов и Шлессер всех. Так, я думаю, время, может быть, подвести какой-то итог. Но смотрите, надо быть правдивым, правда же? Сегодня хоккей, и сегодня, в принципе, они бы собрали 10 тысяч. Субъективно, я думаю, что было порядка 4,5-5,5 тысяч, по ощущениям. Но смотрите, какая ситуация. Сегодня у меня у дочери день рождения. И мне надо бы, например, было выбрать день рождения дочери или прийти на митинг. Сегодня у нас тот день, когда волонтеры собираются и попытаются найти тело пропавшей девушки. Девочки, маленького ребенка, который пропал в Латгалии. И я тоже собирался туда поехать. И вот тоже хотелось бы. И туда порядка 1000 человек, я думаю, тоже уехало. Помимо этого, понимаем, что чемпионат. И на чемпионат действительно, ну, такого чемпионата в истории Латвии еще не было. И он, конечно же, берет на себя всю энергию и все внимание. И вот, несмотря на эти факторы, митинг собрался, и люди пришли. Если мы возьмем речь Шлессерса, блин, ну это говорил сильный духом лидер. То, что он декларировал, ну, вот все те слова, которые у меня есть внутри, и я хотел их услышать, и я от него их услышал. То, что там выкрикивал Росликов, ну, у него своя эмоция, своя фишка. И, мне кажется, его местами заносило, переборчиков там было больше. Но понятно, что он помоложе, позадиристее чуть-чуть, да? А Шлессер все-таки, он такой матерый политик, и он более выверенно и более четко говорит людям то, что им нужно сказать. И говорит им то, что они хотят услышать. Как по мне, так Росликов традиционно петушился. Ну, понятно, если вы вот посмотрите на фоточках, да, в Фейсбуке, как выглядит Шлессерс. Он парень-рубаха, в доску свой простой. И если посмотришь на Росликова, я думаю, наверное, пока не поброится, пока воротничок вот беленький не будет, не выйдет. Такой, знаешь, перфекционист, метроман, по-моему, таких людей называют. Ну, или, проще говоря, эгоист. И поэтому, когда он высказывает речь как оратор, его немножечко несет. Немножечко несет. Я думаю, вы со мной согласитесь. То, что сказал Шлессерс, и то, что сказал Росликов, это прям день и ночь. Но это все об одном и том же. Единственное, что во мне сейчас эмоции, потому что и хоккей в это время идет, и митинг, и надо как-то разорваться, и адреналинчик позитива, он такой зашкваривает аж. И я давно не гулял по старому городу без дела. То есть я пришел просто не по делам, да, а пришел просто прогуляться. И Латвия самая позитивная страна. Насколько красива наша Рига. Ребята, вот когда давно просто не гулял, а приходишь и смотришь, ну, это тот же Амстердам, это тот же Копенгаген, это очень красиво. То есть мне нравится Латвия, красивая, позитивная страна. Мне хочется верить в то, что говорит Шлессерс, такой, знаете, как весенне-летнее настроение и время перемен. Чем закончился этот митинг, трудно сказать, поживем, увидим, но он был необходим нашему обществу. Те, кто пришли, я думаю, что они получили такой заряд энергии, очень сильный заряд энергии. А я видел, что после митинга люди группировались, кто пошел в кафе, кто пиво попить, кто побеседовать. И это нужно было. Это очень хорошо, что он прошел. Я считаю, он прошел успешно. А результаты будут или нет, ну, посмотрим. Надо отдать должное, к нему готовились, да, в отличие, например, того, что другие политические партии, они как-то спонтанно и неудачно, а к этому митингу готовились примерно месяца за 3, и надо же, как Каринша везет, да, опять случилось так, что вот этот чемпионат, и Каринша такой выдохнул, потому что на самом деле очень хорошо облапошили учителей, когда он прыгнул, возглавил колонну, просто постебался. И очень на руку ему сыграл сейчас чемпионат. Он просто аккуратненько закурил и думает, ну, конечно, ребята, коротки у вас лапы меня скинуть. Но, с другой стороны, я думаю, что Шлессерс и Росликов, они увидели поддержку. Они поняли, что неважно, люди на каком языке видят сны, они поддерживают их. И теперь можно видеть, что за ними есть сила. Ну, посмотрим, будет ли действие. На сегодня все. С вами был Владимир. Пока. И помним, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. А наши хоккеисты лишний раз это доказывают.